Ми продовжуємо наш ефір, і в нас вже завітав гость. Є Артем Свистун, відомий усім Миколаєві і нашим телеглядачам також, тому що вже був перед прем'єрою в джазі «Не тільки дівчатки», анонсував цю подію. Зараз іще одна цікава подія, яку ми проанонсуємо, адже він є організатором 9-го фестивалю дитячої творчості та гри «Квест Дитинства Фест». Вітаємо вас, Артем, і дякуємо, що завітали. Доброго ранку. Вітаємо. Про квест «Дитинство Фест» хотілося б запитати далі, тим паче, що у нас є афішки. Я попрошу наших редакторів показати її більш детально. Що це за фестиваль? Ну, дев'ятий вже, прежде всего, я хочу пожелать всем сегодняшним выпускникам, потому что сегодня прозвенел последний звонок. Очень приятно, что выход в их взрослую жизнь, в их, можно так сказать, прощание с детством. Но я хочу сказать, что каждый человек, каждый взрослый человек чувствует себя ребенком. И квест «Дитинство Фест», вот такие афиши, которые жители Николаева видят на столбах службы рекламы Деменских или каких-то рекламных объектах, всегда символизируют радугу и движение вот, творчества, и связанное с этим фестивалем. Фестиваль уже 9-й проходит по счету, он проходит всегда традиционно 30-31 мая и 1 июня и посвящен Международному дню защиты детей. При поддержке городского управления культуры, городского управления по делам семьи и молодежи и, естественно, традиционной базой проведения этого фестиваля является детский городок «Сказка». Ведь база будет в продолжении всех трех дней в «Сказке»? Не только. Как бы основная площадка – это детский городок «Сказка», где дети получают карты, квесты, тут расшифровка «Гра подорож», да, а «Фест» – фестиваль. Самая основная задача этого фестиваля – это отвлечь детей от компьютерных игр, вывести детей на открытые площадки. И очень много сейчас всевозможных названий, игр, но мы выводим их детей в реалии. Да? Но тем не менее, вот вы скажете, есть лазер-клуб «Лидер Плюс», да, это компьютерная графика, движение. Вот мы как бы привлекая детей, вовлекая вот в эти открытые игры, игры на свежем воздухе – основная задача. РДП «Разыщи, расшукай, дизнайся, поведом» – это игра, где каждый участник регистрируется, получает карту и узнает как можно больше город Николаев. И вот уже с этой карты он путешествует в зоопарк, там проходит очень хороший фестиваль. А как проходит регистрация? Регистрация, любой участник, любой желающий может подойти в промежуток времени, и там веселые наши аниматоры, веселушки, девчонки из Народного театра «Стук», они регистрируют участнику, выдают карту, и они получают карту, и в завершении фестиваля 1 июня они возвращаются уже с результатами этой карты. И у нас самое главное, что на этом фестивале нету проигравших. Все являются обладателями гран-при, все являются победителями. Настоящий детский фестиваль. Да, да, потому что нельзя оценивать ребенка, его какие-то особенности, сложности. Это конкурсный фестиваль, но каждый является победителем. И уже переможець, тому що взяв участь у фестивалі. Абсолютно верно. По программе, три дня, как я вижу на афишке, что в эти три дня получилось вместить? Ну, смотрите, как бы в этом году, надеюсь, нам погода не совсем помешает провести эти праздники, но хочу сказать, что, уважаемые жители, если будут дожди или будет пасмурная погода, все равно фестиваль состоится, он состоится на закрытых площадках. А ведь появился уникальный планетарий, который находится на территории детского городка. И мы так посмотрели, попросили его там, чтобы на 1 июня было солнышко. Сделали заказ. Сделали заказ, да, и сделали работу. Но очень хочется отметить, что колледж культуры и искусств, руководитель Людмила Аспадова, подготовила несколько концертно-игровых развлекательных шоу-программ с персонажами и «Школа Монстр Хай», и «Алиса в стране чудес», и интересные такие представления. Современные, скажем так, что опять-таки связаны с компьютером, с новыми... Детей по телевидению, да, их да, 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 да. Вот. Ну и университет культуры Калинина Лариса. Здравствуй, игра. Это вот вообще истоки игры, основные направления. Ведь данные этого Николаевского филиала Киевского национального университета культуры и искусств, команда, они работают с детьми ограниченными в возможностях, где-то социальные проекты, сферы. И идет работа. 31 числа у нас традиционная акция, выставка «Парад живой скульптуры» по улице Советской, Соборной, мы так уже называем. И все средства, собранные живыми скульптурами, идут на помощь онкобольному ребенку. Это у нас традиция, которая проходит всегда в эти дни, и как бы искусство тоже помогает деткам работать. Когда-то у нас были рисующие, размальованные люки мы делали. Ну, такие до речи, давайте прервемося, зробимо невеличку паузу. Наші редактори запустять фотографії, ми підготували з попередніх фестивалів минулих років. Ось
Да, ну это наши участники. Самое главное, что гала-концерт победителей награждения будет 1 июня в амфитеатре в 18:00. Ну вот, люки, которые я уже говорил, разноцветные, веселые. У нас будут награждаться все дети. Участвуют в гала-концерте и танцевальный коллектив «Джерельце», и экшен-коллектив, и «Невгомовни», «Счастливое детство». Это танцевальный коллектив, вокальные коллективы, отдельные звездочки, которые уже являются нашими известными, Николаем. Это Мария Павлишина, это Анна Коськова, это Косинова семья. Это, ну, действительно потрясающие дети, которые вырастают в сказке. Видите, инструментальные жанры используются. Вот такая веселая обезьянка. Да, и вот самое главное, что детки получают подарки, сладкие подарки от наших партнеров, спонсоров. Они получают всевозможные поощрения. Ведь детство – это действительно прекрасное время, которое очень быстро заканчивается. Да, и вот всегда у нас закрытие, когда уходит детство, да, и каждый взрослый хочет окунуться в детство и поучаствовать в этих проектах. И интересно еще, к Дню защиты детей по правам защиты ребенка, у нас Европейская площадь есть на территории детского городка «Сказка», и мы делаем зона «Вильно вид дорослых». Это особенности эксклюзивы, так понимаю, только в Николаеве. Да. Мы как бы запрещаем на территорию этого городка заходить взрослым. И дети рисуют свою страну, свой город, свое будущее. Они там всевозможные лабиринты, игрушки. Естественно, там с ними находятся студенты-педагоги, которые координируют. Ну, они тоже дети, да. Вот. И самое основное, чтобы дети понимали, что где они живут, какая страна, какая свобода, какое единство должно существовать. Ну и это Международный день защиты детей, и мы должны ценить, уважать, любить наших детей. Я нагадую, що в нас в гостях Артем Свистун, організатор 9-го фестивалю дитячої творчості та гри «Квест дитинства фест». Його ми і анонсуємо. Зараз 3 дні буде проходити це на території дитячого містечка Казка. Про 1 червня ми так і не договорили. Ну, що я хочу сказати, що в суботу ми чекаємо всіх з 10 утра в дитячому городку Казка до 6 вечора. 31-го числа буде програма немножко сокращена в дитячому городку Казка до обіду, а після обіду на вулиці Совєтської Соборної. І 1 июня починає с 10 утра и заканчивая 20:00 вечера, будет целый день проходить каждый час определенная игровая программа, концертная программа, конкурс рисунка на асфальте, где каждый ребенок получит подарок, а может даже и взрослые получат подарки, потому что не часто помогают. Да. На сегодняшний день запрошивают на фестивале. Может, мы за детей зайдем, познакомство. Ну, я думаю, каждый человек, он ребенок в душе, и взрослый человек, ребенок в душе. Ну, и самое основное, что в 11 часов на сцене Николаевского академического художественно-русского драматического театра состоится благотворительный бесплатный показ спектакля «Несовместимы дети и война». Это подведение цикла мероприятий, где участники в спектакле, это те же дети, они получат памятные грамоты и небольшие подарки. И любые желающие, кто еще не видел этот спектакль, могут прийти, посмотреть абсолютно спокойно. Адмиральская, 25, Русский драматический театр. И также театр выйдет на открытую площадку в 15:00. Особенно это полезно тем детям, которые ходят на каникулы. Это интерактивная сказка «Мальчик Митя и правила дорожного движения». Сам я такое сказал им в наших эфирах. Вот, тоже очень будет интересно посмотреть. И кто еще не успел посмотреть эту сказку, прийти и поучаствовать в этой интерактивной сказке. Ну и, как я уже говорил, гала-концертом будет награждение победителей, выступление лучших из лучших коллективов нашего города. Это в 18:00 1 июня в амфитеатре детского городка состоится гала-концерт «Закрытие и награждение победителей». Ось така насична програма, до речі, хочу сказати, на 3 дні. Головне, щоб дітей вистачило енергії, я думаю, що... Також по призам, по подарункам, ви говорили, що не буде переможців, але все ж таки якось нагороджувати колективи. Ну, сладкі подарки, морожене від нашої торгової марки «Шесхол», доярушка, вода «Таурус». Ну і дуже приємно, що у нас є хороші партнеры, информационные партнеры, это телеканал «Николаев», который поддерживает нас. Мы здесь есть. Да, и действительно, как бы это подарки, которые предоставляют наши партнеры, наши фирмы, которые помогают проводить. Потому что в наше время очень сложно проводить фестивали без какой-либо финансовой поддержки. Но, тем не менее, фестиваль состоится, 9-й, и я думаю, что в следующем году 10-й юбилейный фестиваль. Мы так уж на это сподеваемся. Да, потому что Инна так и хочется уже еда поесть морозово. Ну, ждем, ждем, мороженое. Хочется взять участие в фесте.
Я думаю, що все це реально. Взагалі, що хотілося б дізнатися про підтримку цих проєктів. Ви кажете, що важкувато на сьогодні, ну це зрозуміло, зважаючи на економічну ситуацію в країні. Чи підтримка є зараз влади? Хтось підтримує цю ініціативу? Моральна підтримка є завжди. Але ж декілька питань фінансування, також там поліграфічні послуги, чи сувенірна продукція, це ж коштує і дуже складно, звісно. Моральною підтримкою не обійдешся. Так, абсолютно вірно. Но я хочу сказати, що Ніколаївщина дуже потрясающая свой регіон. Он, можна сказати, Ніколаївщина фестивальна, тому що стільки кількість фестивалів, які проходять у нас, дійсно, вони уровневые, хорошие, интересные фестивали. Фестивали, которые не похожи друг на друга. И уникальность является это наша Николаевская область. Можно сказать, что Николаевщина, бренд нашего, нашей области, это Николаевщина фестиваль. Нет, мы умеем, но фестивали это действительно хороший уровень. Мы по сегодняшнему нашему эфиру зрозуміли, що багато фестивалів вже на ці вихідні планують. Так, присвячені саме до Дня захисту дітей, всі чекали, підводили до цієї дати, тому що в основному аудиторія – це все ж таки діти. Ми дякуємо нашому гостеві за те, що ви сьогодні завітали до нас. Дякую в ефір. Вам. Чекаємо. Так. Ще раз запрошуємо усіх наших телеглядачів, маленьких, дорослих, збирайтеся, і у вас є 3 дні. Щоб провести 30 травня, 31 травня та 1 червня дитяче містечко Казка також буде перебазуватися потім на Радянську вулицю, деякі акції будуть проходити там. Містом є ці афіші, тому ви можете ознайомитися в наших соціальних мережах, ВКонтакті та Фейсбук. Ми також викладемо програму цього фестивалю, тому якщо вам цікаво, хочете своїх дітей провести і подарувати їм безкоштовне свято, то ще отримати безкоштовні подарунки. Це найголовніше. Тому, будь ласка, заходьте в наші соціальні мережі, підписуйтеся та отримати завжди свіжу інформацію. Ніколаїв Інфо, портал нашого телеканалу, також там інформація із наших ефірів, вирізки з нашими гостями, а також анонси наступних ефірів. Ми дякуємо усім, хто був разом з нами сьогодні в ефірі.